В преддверии 300-летия подразделений по вопросам миграции в здании музея УМВД России по Тверской области состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. 10 выходцев из Украины, получивших гражданство Российской Федерации, произнесли торжественные слова присяги. Граждане поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника УВМ УМВД России по Тверской области, полковник милиции Марина Градова и председатель Совета ветеранов УВМ УМВД России по Тверской области Тамара Герасимова. Новоявленным гражданам Российской Федерации пожелали любить нашу страну, наш многонациональный народ, быть настоящими патриотами нашей великой, могучей Родины. В свою очередь, принявшие присягу поблагодарили руководство УМВД по Тверской области и сотрудников управления по вопросам миграции за проводимую работу с иностранными гражданами и оказываемую помощь.